Травка. Зеленеет солнышко вокруг! Блин, Джо пробежал. Ну что, Джорджик, ты готов со мной сбежать, а? Джуза, нет. Джорджик, почему? Нет. Давай, попробуй сбежать, Джуза. А, да тут! Фу, блин, чё меня так пугаешь? А где ты, на втором этаже? На третьем? Ну как? Нет, ты проиграл. Я проиграл, да, ну пипец, их там много было. Ну что, ты встаешь? Да, я проснулся, да. Сколько можно уже спать-то, блин? Приятного просмотра. А спонсором сегодняшнего видео является магазин по продаже самых дешевых робоксов с моментальной выдачей robux3.com. За 33 рубля вы, ребята, получите целых 100 робоксов. Вы когда-нибудь такое видели? А также в честь открытия Robux 3 проводит в своей группе ВКонтакте розыгрыш целых 10 тысяч робаксов. Так что, ребята, обязательно участвуйте в конкурсе, побеждайте, ну и, конечно же, делайте выгодные покупки с Robux 3. Все ссылочки в закрепленном комментарии. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы вместе с Джузой попытаемся сбежать от 10 ботов в Пиги. Всем привет, ребята! Ну что, давай искать ключи. Вон они, смотри! А, подожди, она одна появилась. Она... А, их там... Одна. Их там просто в ней куча, где? Понял? В ней куча? Да, в ней куча, походу, да. Ты уверен? Нет, не уверен, но надо сейчас. Но надо валить отсюда. Погоди, да. Блин, страшно. Я уже давно в Пиги не играл, если честно. Да. Поэтому да. Очень страшно, так. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если мы знаем, что зеленый это такое. Зеленый ключ нашел. Ох, ё-моё, я умер. Вот это жесть! Офигеть! Ну-ка, я сейчас посмотрю. Миллиард и больше. Там вообще сложно выживать. Чёрно! Они сейчас тебя окружат, и все, пани, конец. Не следу, идут, смотри. Оранж Кей. Что делать мне с ним? До свидания. Съели. Жестко. Невозможно. Давай карнавал выберем карту, потому что она самая простая, можно сказать. Ну что, это у нас карнавальчик. И сейчас, в принципе, будет попроще. В доме некуда было убегать. Здесь можно хотя бы мансоваться как-нибудь, пытаться. Например, знаешь, как можно поступить? Ну, не знаю. Кто-то, не один знаю, из нас просто... будет бегать, подбирать, открывать все, а другой будет отвлекать. В принципе, ну, так давай, реально. Давай. Я могу отвлекать. Ну, давай сейчас тогда мы с тобой попробуем найти первые ключи, пооткрывать хотя бы. Так, синий есть ключ, то куда его использовать, я какой не знаю. Какой синий? Да, голубой ключ. Ага. Доска понял. Есть здесь. Доска, о, доска в этой нужна. Комнате. Желтый ключ вот сюда. Сейчас, вот сюда надо желтый так, ключ. Синий не здесь. Они где-то здесь появляются, блин, нет, да? Они чуть так, дальше. Они уже появились. Да, они появились, и это очень и плохо. И как нам проходить-то это дело? Ой, я слышу их. Я слышу, они где-то ходят. А где? О, не знаю. Как будто прям здесь ходят. Так, я открываю. Так, я о, открыл молоток. Здесь. О, здесь молоток. Оранжевый, зеленый ключ. Так. Прикинь, оранжевый ключ прямо здесь. Ой, они идут, смотри. Пистолет есть, надо? А, ну пистолет, да, нужен. Так, я веду к себе их. Там пистолет можешь забрать. А я пошел. Так, я, короче, сейчас буду открывать вот эту входную дверь. Ну, а как открывать? Я буду молоточком вот так. Оп, все, минусанул. Так, у меня есть зеленый ключ, я открываю. Есть оранжевый. Оранжевый для чего нужен был? Ага, помню. Оранжевый вот здесь, где клетка. Они тут рядом со мной бегают. Они я красный ключ нашел. Сейчас открою тебе центральный вход. Есть что, можешь оттуда там пробегать. Давай. Так, а где все пиги? Они вот за мной бегают, смотри. А, ну, понял. Понял, целую толпу. Да. Мне доска нужна. А доска? Ты же сказал, где-то видел доску. Я знаю, сейчас я заберу эту доску. Они за мной бегают. Но я не уверен, что все 10. Хорошо, пускай бегают. Я не уверен, что все 10. Они, возможно, часть. Да, не уверен. Блин, пистолет надо было подобрать. Черт. Но надо, чтобы ты был уверен, потому что иначе меня сожрут. Ну, я вижу только 3. 3, но. 3? А? Да, 3 вижу. Так. Тихо. А так, у меня патроны есть. Стой, а, патронов нет, точно. Патрончиков. Стой там, я иду. Я прохожу карту по чуть-чуть. Давай. Так, гаечный ключ для чего нужен? Да, входную дверь открыть. И где горка там катается, там надо открыть тоже. Ой, они хотели с тобой пойти. Да, вот здесь. Но там не открыто, да, получается? Там открыто, ты открывал.
Так. А, я все понял, сейчас иду. Ухожу. Иду. Они идут. Ты водишь там, води, радуйся. О, тут еще один, да. Я потом. Нам уже понять, где они ушли, иначе нам хана. Да. Есть водяной пистолетик. Да, водяной пистолетик обязательно нужен. Да, и вот сюда, вот чуть дальше, короче, давай, иди, беги, так, разберешься. Ты водись там с ними. Да, я возьму. Я иду, открываю. А во, вот здесь вот вроде бы. Ну-ка. Вроде бы здесь. Я вожу спиги. Я взял табличку. Ты где? Опасно. Где? У них музыка страшная играет. И они прям за мной. Я вот в центре сейчас. В центре. В центре? Да, вот где пистолетом пуляться? Вот я вон там, водяным. Так, патроны так, взял. Хорошо, отпускаю. Патроны взял, все, я отлично. Здесь разблокировал, теперь что мне надо? Ой, как вас много. Ты одну оглушил, да? А, да, одну, и все. А остальные все за мной бегают. Хватит. Так, что теперь делать? Подожди, одна куда-то... Одна сейчас у меня оторвалась от меня. Да, зря, наверное, зря оторвалась. Ай! И забери ее вновь. Я пытаюсь, а, в принципе, все вроде бы. Да, вот она. Иди вот. Забери, сейчас я ключ заберу, последний. А вот все, она тут головой в бетоне кувыркалась. Ладно, нормально. Так. Все. Оранжевый могу. Ключ сейчас заберу, подожди. Давай, крутись. С ними, радуйся. Я кручусь, верчусь, да, они тут. Давайте, идите ко мне. Подходите ко мне. Сейчас все будет. Вау, такая прям, смотри, какая змейка, змейка из Пиги. Я не вижу, я покажу карту. О, змейка из Пиги. Жесть. Главное, чтобы на меня кто-нибудь не согрелся сейчас. Да нет, потому, нет. Они вроде бы все за мной бегают. Вроде все за мной. Опасно. Так, открываю. Давай. Я иду к тебе. Ой. Я снова змейку устраиваю тут. Только, Пиги, идем ко мне. Змеечка. Я иду к выходу. Я иду к выходу, открываю дверку. Я открыл дверь. Все, да. Можешь убегать. Да, я давай, бегу. Веду их, смотри, какая. Все, погнали. Все, изи, до свидули, погнали. Да, мы справились. А? А что, меня убили? Тебя убили, в смысле? Как это? Или что это? You escaped. Я мертвый. Ты мертвый? Я мертвый и смотрю этот, кат-сцену, прикинь. Да, you escaped был написан или нет? Нет, у меня что-то другое было написано. Ну, было, типа, если died. Сцена есть, то значит ты сбежал. Но у меня нет и сейчас умер. Escape. И ничего. Умер и сбежал. Ну, да, это была легкая карта. У меня нормально. Нет, я невидимый. В смысле ты невидимый? Ты вот стоишь. Я даже ходить не могу, приколись. Что это такое? Что за баги? Не знаю, что за баги. Ну, похоже, нам конец, да? Походу это... Я невидимый, реально невидимый. Во, я сел, но я не вижу себя. Я тебя вижу. Ты у меня видимый. А может, меня Пиги не видит? Ну-ка, давай посмотрим. Ты невидимый для Пиги будешь? Не, по-любому видит. Ну да, я же вижу. А где я вообще? Я не понимаю, даже, смотри, даже пищалка не пищит, когда ты проходишь. Ага, вон они появились. А вот сейчас пищит. А вот пищит. Я невидимый, реально, смотри, у меня невидимый ключ в руках. Что это такое вообще? Почему невидимый, нормальный? Жесть, там роборубка. Они идут за мной. Они не нюхают меня. Они чувствуют. Да. Чувствуют! Жесть вас! Меня съели. Жестко. Так это вообще нереально. Так я не вижу, где я даже нахожусь. Я просто вижу вот ключ и все. Травка. Зеленеет солнышко вокруг. Все, пробежал. Нормально, да, нормально. А вот. Почему, смотри, есть 10 пиги, но одна Зизи только? Не знаю. На, Зизи, убивай всех их сразу. Там золотой ключ был в комнате, но он тебе не нужен, наверное, да? Я не знаю, что мне нужно вообще. Мне нужно, наверное, убиться. Меня две пиги сразу порезали. Ну что, Джорджик, ты готов со мной сбежать, а? Джуза, Джорджик, почему? Нет. Почему ты не готов со мной сбежать? Я буду за мемори играть, я сразу за 10 мемори. Давай, попробуй сбежать, Джуза. Давай, убегай. Так, а куда нас... бежать? Я уже не помню эту мемори. Я тоже не помню эту мемори. Так, ты что тут ко мне приконнектился? Я приконнектился, сам позвал меня. Так, а что дверь не открывать? Открывается. Так. Ключик есть? Здесь ничего нет. Блин, сейчас уже они пойдут в атаку. И это будет плохо. Так, вот этот бирюзовый, куда нужен бирюзовый? Бирюзовый на улице, колодец. Ну не колодец, а там дверка. А-а-а, да тут! Фу, блин, чё меня так пугаешь? Да Пиги, я не знаю, она одна тут или нет. Я дощечку ещё нашёл.
Они опасные. А где ты? На втором этаже? На третьем? Ну как? Я проиграл, да. Ну пипец, их там много было. Вообще куча мала, настоящая. Они с тобой тоже вон еще бегают. Джорджики. Джорджики. Внизу есть дощечка. Я дощечку взял, хотел дощечку поставить, блин. Но они мне не дали подняться. А там спряталась за дверкой. Внизу ищи, вон она, вон, внизу прям, вот, прыгай внизу она. Она внизу прям вот там на стеллажах лежала. Ладно, давай еще раз попробуем этот же. Ну что, ты встаешь? Да, я проснулся, да, сколько можно уже спать-то, блин. Ну, хватит спать, погнали сражаться. Давай сражаться против Пиги. Пиги. Я пошел сразу вниз, потому что надо вниз сразу здесь. Так, оп. Уверен, так, что я нашел дощечку, да, дощечку нашел тут. Тут да, вот сейчас мы. А, тут ключа нет, да ладно, вы серьезно? Я думал, тут заперто. Ключ будет. Куда бирюзовый нужен? Куда? Я на улице, скорее всего. На улице. На улице, все, я побежал на улицу. Быстро. Да, я упал ключ. Снова, блин, сейчас пиги на меня в атаку пойдут. Оранжевый ключ куда надо? Блин, страшно. Оранжевый, тут нужен оранжевый. Тут пиги за мной бегают. Поможешь мне, пожалуйста? Тут. Это где? Туть. А, я упал снова. Дощечку собери. Дощечку, я не могу, я взял. Я застрял здесь, блин, головой. Живи. А, я снова упал. Жесть, тут пегасов много. Уйдите, пиги. Я пытаюсь выжить. О, все, я закрыл ее. Все, я пошел на улицу. Так, а что здесь пиги-то кружатся вокруг меня? Вокруг тебя пиги кружит. Давай, я здесь кручусь. Вертись. Ой, пиги открыла дверь и прошла тут. За тобой пиги побежала. Она за тобой. Она тоже за тобой, за мной, за всеми нами. Побежали пиги. Где она? Ага. Короче, красный ключ куда надо? А, красный ключ вспомнил. Вот сюда надо. Здесь открыть ворота. Вот здесь, да. Вот открыл, тут я желтый пиги ключ. Вожу вокруг себя. Вокруг ты тебя. Ты давай проходи. Я пытаюсь, да. Так, где еще ключи? Оу, они в упор появились, заспавнились прям. Заспавнились? Жесть как. Так. Так. А-а-а, ты что меня так пугаешь? Я, блин, испугался. Подожди, куда еще надо палку? Куда еще молоток нужен? Не знаю я, за мной орда, пиги, я не заметил, это опять спереди меня убило. Тебя убили, ну почему? Почему? Это сложно. Да сложно, да, я знаю. А куда еще нужно молотока? Молотока, куда нужно? Молотока, я не знаю, куда надо молотока. Ой, а вы что тут, решили меня обойти, что ли? Да. Да блин, а куда молотока нужно? Вот где-то здесь, наверное, на первом этаже нужен нам молоток. Да нет, не нужен. Тут, может, а тут? Ой, тут дощечка. Можно я дощечку возьму, пиги? Пиги, подождите, дайте вот так, все. Вот, может. Оранжевый я знаю где. Оранжевый я тоже видел где. Ну иди дощечку ставь. Дощечку, поставил. Ну и тут. Все, молодец. Здесь игрушка надо. Ну иди, открывай оранжевую дверь тогда. А где оранжевый ключ, я забыл? Ну ты же видел его. Вот здесь где-то. Нет, тут дверь. Нет, это дверь оранжевая. Как тебя поймали? Я не знаю, я думал, я смогу прыгать, но у меня этого сделать не получилось. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.